Золотую свадьбу отметили жители Саратова. В день пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, сотрудники ЗАГС поздравили с 50-летием совместной жизни супругов Летягиных. В торжественной обстановке молодожены обменялись кольцами. Секрет от долголетия брака узнала Екатерина Барковская. Даже спустя полвека, услышав вальс Мендельсона, эти молодожены заметно нервничают. И трепетно, держа друг друга за руки, входят в зал того же ЗАГСа, где поженились 50 лет назад. Клятва верности друг другу для этих жениха и невесты не просто пустые слова. Владимир и Валентина Летягины прошли рука об руку большую часть своей жизни. В далеком 64-м году юный Владимир, увидев впервые свою будущую жену, решил твердо: именно она спутница его жизни. Сейчас Валентина Денисовна говорит, несмотря на трудности, совместная жизнь с супругом для нее – сказка. Двоих вырастили, построили кооперативную квартиру и сад имеет. Супруги помогают друг другу во всем. Владимир Алексеевич, как и полагается, главе семейства, взял на себя всю тяжелую работу в быту. Старайтесь, чтобы меня оградить от тяжелости, поднимать, там чего-то переносить, там чего-то делать. Даже в магазин, когда на базар, я одна не хожу, все время с ним, сумки он нес. Главным секретом такого крепкого брака супруги считают взаимопонимание. По словам внуков золотых юбиляров, бабушка с дедушкой для них эталон семьи. Мне кажется, любая семья, любая девушка, женщина хотела бы стремиться к такому, чтобы быть именно долгожителями и находить понимание в семье и взаимоотношения, чтобы были хорошие. Юбилярам сотрудники ЗАГС вручили праздничное свидетельство о браке и пожелали семье отметить бриллиантовую свадьбу. Екатерина Барковская, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.